царь вавилонский Валтасар в чертогах пировал. Своих вельмож из полных чар вином он угощал. Давно из кубков золотых хотелось выпить мне. Похитили из храма их в израильской стране. Рек царь в безумии своем, сосуды принесли, чтоб жены царские с царем испить из них могли. И дело скверное творя, смеялся Валтасар, вдруг замер, будто на царя обрушился удар. Рука писала на стене, и вздрогнул властелин от страшных слов. Мене, мене, текел и упарсин. Кто эти надписи прочтет, их тайну объяснит, мной возвеличен будет тот, царь щедро наградит. Так Валтасар, собрав волхвов, в смятении говорил, но те не знали смысла слов. Был призван Даниил. Царь, я давно тебе служу, мне плата не нужна. Я, иудей, тебе скажу, тяжка твоя вина. Ты, царь, святыню попирал, сосуды осквернил, а истуканов прославлял, за их здоровье пил. Значение слов известно мне. Узнай, о господин, о чем гласят «Мене, мене, текел и упарсин». Оценку царству твоему дал Бог на небесах и положил ему конец. Ты взвешен на весах, ты очень легок, и страна твоя чужим царям, медян и персов, отдана отныне пополам. Сказав все это, замолчал провидец Даниил, и царь его, как обещал, богато одарил. Но был убит в ту ночь он сам и потерял свой трон. И Дарию, царю Медян, достался Вавилон. Thank you.